es izvēlējos viesus galvenokārt tos, ar kuriem es esmu dziedājusi. Nu, tā ir dabīgi viena maza daļa no tiem. Visu uzreiz nevar atvest, neskatoties uz Rietumbanku. Tāpēc tā ir tikai daļa cilvēka, ko es draudzējos un ar kuriem es esmu dziedājusi kopā. Nu, laikam, es ļoti priecīgi, ka Nani Brigvadze atbrauc, jo tā, es uzskatu, ir leģendāra dziedātāja, un kaut kā es sen nebiju dzirdējis viņas vārdu Jūrmalā, tāpēc es gribētu, lai viesi dzirdētu šo brīnišķīgo dziedātāju. Nu, pārējais, kas viss zina, visi ir ļoti jauki. Знаете, в чём дело? Когда раздался звонок и сказала Лайма, что это я, Лайма Вайкули, я так растерялась, что вместо Лайма я сказала Вайла. Назвала её Вайлой на нервопочве. Думаю, что как я очень тебя люблю, давно я к тебе так относилась. На ты. Да, конечно. Я помню, мы были вместе в Чехии, Карло Вивара, и я много чего хорошего запомнила. Человек, который скажет и делает свое дело, человек слова. Это очень важный момент. Знаете, не разбрасывается, потому что я тоже такое скажу, и я должна сделать. Если не могу, ничего не скажу. Она помогла мне в каком-то деле. Я что-то искала кого-то. И я очень вам признательна, что среди всех этих выступающих я тоже в числе них. И постараюсь, чтобы как-то спеть так и спеть вдвоем обязательно. Мы сделаем это на таком уровне, что вам очень понравится. Песня отбились выдать, да, тайну. Ну, посмотрим, это все знают эту песню. Мы сделаем так, что ты будешь лучше, чем я. Нет, такое не может быть никогда. Ну, с Лаймой, конечно, не первый раз мы будем на сцене. Познакомились мы уже, не хочу испортить тебе настроение, но 10 лет назад. Это уже... Я же рада, что столько времени. Да. С твоим характером мы еще можем общаться. Интер же ужасный хулиган. И вот как-то спелись, и вот лиц под... Bet, nu, līdz pat šai dienai mēs projām šatad arī mēs viens otru kaut kur uzaicinām, un mums ļoti labas attiecības ir Andrei, kas ir Laimas, kā saka, ceļa biedrs dzīvē, sputnik. Jā, jā. S tvojim sputnikam, Andrejam, mēs ļoti хорошо знакомы, и, ну, я ничего плохого про тебя не могу даже сказать. Ну жаль. Ну, журналистов-то интересует совсем что-то другое. Что-то хотелось, вот что-то вот... Ну, не какую-то супер. Интригу, да? Да. Такая вестер супер, он бусарий... Ман готовил драузен Елена Вайнду концерта, астота я датума. Он цига зинь тадари... Вел, даже ад испилди и тай. Ну, вел, но шейт, ну, дабиг виси, я... Tad vajag forši, es lielāko prieku, nu, ņemt dalību šajā te, es būtu teikt, tiešām festivālā, jo viņš ilgst divas dienas un daudz kaut kas ir tāda, nu, super. Šī ir pirmā sadarbība, man ir Laima. Jāteic, ka diezgan gaidīta, jo es kaut bērnības jau ļoti novērtēju un man ļoti ir tas, ko Laima dara. Un mēs arī izpildīsim kopā dziesmu, es gan neteikšu, kur, tas ir tas pārsteigums, bet dziesma, ar ko man tieši Laima asociējas, ar ko es viņu atceros, ar ko es esmu uzaugusi, varbūt, savā tādā muzikālajā ceļā, no kā es esmu ietekmējusies no Laimas. Un tā ir Paula, Raimonda Paula dziesma, ļoti, ļoti skaista. Un ļoti piemērot droši vien divām sievietēm. Задача любого творческого человека – объединять. Это политики могут что-то разъединить, а музыканты, они должны объединять. И для меня большая честь, что Лайма, мой друг, проверенный временем, конечно, в первых рядах приглашенных, обратился ко мне, сказал: «Валер, ну, во-первых, конечно, это не потому, что меня легче сюда достать, потому что я в Юргале летом бывает часто, это критично. Первое – это то, что, во-первых, у нас есть дуэт красивый, мы его обязательно вспомним.
Во-вторых, я король оранжевый лет. Поэтому, несмотря на сегодняшнюю погоду, погода в зале на наших концертах здесь и 8 и 9 будет оранжевой по настроению. Это очень важно. Третье. В наш век, когда уже однополые браки легализованы, и любовь между мужчиной и женщиной не так уже интересует прессу, только любовь к спонсору остается чистым, незапятным чувством. И мне очень приятно отметить, что Риэтома Банк вновь проявил себя на высокой художественной ниве. Ну, традиционно мы поддерживаем, знаете, высокое искусство. Вы знаете, всегда Риэтома Банк – это крупные оперные спектакли, большие балеты или там гастроли наших прославленных коллективов в других странах мира. Но Лайма – это национальное достояние Латвии. И, в принципе, мы обязаны поддерживать национальные достояния. Поэтому, дорогие друзья, я думаю, что это первый будет как бы экспириенс. Он, наверное, наверняка не будет последним. Дальше будут какие-то новые формы, новые концерты. Я желаю, как от имени спонсоров, этому замечательному кораблю хорошего плавание в дальнейшем. Да, вот Лайма не случайно оделась, соответственно. Морском, да, конечно. Морском, поэтому, друзья, спасибо огромное. Мы счастливы, что сотрудничаем с этими замечательными артистами. Ko es vēl gribētu pateikt, ka divi koncerti, viņi dažādi divi koncerti, tāpēc nebūs tā, ka atkārtojas. Varbūt pat viena otra klēta man būs cita. Būs ļoti labi divi koncerti. Neparasti, nezinu, draudzīgi, gaiši, neskatoties to, ka lietas sola. Tāpēc es gribētu visus žurnālistus, laikam, uzaicināt, lai jūs varētu kaut ko rakstīt pēc tam, jo parasti ar to arī beidzās. Vai, ja kaut kas slikts notik, tad uzrakst. Tāpēc es jūs aicinu, lai jūs redzētu, ka visi dzied dzīvajā, ka nav nekāda problēma visiem šiem cilvēkiem, kas piedalās festivālā. Sākumā tas bija domāts, ka man divi koncerti, bet kaut kā tik daudz iznāca viesu, ka, nu, Elita, kā viņi nosauc pirmā par festivālu, laikam tā tas arī notiks. У нас все получится, и на этом месте будет, в этом зале будут еще много. Очень хотелось бы, чтобы этот фестиваль понравился вам, зрителям, и мы совместными усилиями сделали его традиционным. Я не вижу в этом никаких. Я не сомневаюсь. Было бы неплохо, да. Было бы здорово.